Явка в Севастополе на 15 часов составляла в районе 60%. Это говорит о том, что итоговая явка будет очень близка к значениям референдума. Это вот ответ или предложение к нашим западным коллегам, украинским коллегам. Но если вы тогда говорили, что голосование на референдуме под дулами автоматов, то сегодня уже автоматов точно нету. Тогда к вам вопрос, господа, а почему же мы так голосуем, так дружно, так энергично, так идем голосовать за своего президента? Я думаю, на этот вопрос у вас нету нормальных ответов. А ответ здесь очень простой. Мы идем по зову нашего сердца, по зову души, потому что мы россияне, мы русские люди. Русские в широком смысле этого слова. И для вас мы доказали еще в 2014 году на референдуме, что у нас настоящая демократия, потому что мы даже бюллетени сделали на трех языках. Русском, украинском и крымско-татарском. Вот такая должна быть демократия, а не только на словах. Поэтому спасибо всем еще раз.